Летать становится проблематичнее. Вступил в силу запрет на провоз в самолете любых жидкостей в ручной клади. Это связано с усилением мер безопасности в преддверии Олимпиады в Сочи. Правила действуют для всех российских авиалиний. Теперь все гели, крема, аэрозоли и другие средства личной гигиены надо сдавать в багаж. Исключения сделаны лишь для детского питания и лекарств, но они будут подлежать тщательному осмотру сотрудниками служб безопасности. Данное требование не распространяется на товары, приобретаемые в магазинах duty-free. Впрочем, как утверждают авторы законопроекта, мера временная, предпринятая во избежание терактов в преддверии Олимпиады. Дата окончания действия запрета не называется.